53 школах Одинцовского городского округа 21 и 22 мая прозвенели последние звонки. В этом году они проходили в очном режиме, но с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. 2224 выпускника 11 классов отметили долгожданный праздник. Теперь им предстоит сдача экзаменов. В Московской области ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля.